Арина Ушакова, Максим Некрасов. Пара, про которую мы очень много говорили. Давайте же на них скорее посмотрим. Либертанго с небольшим фламенко в конце. Между прочим, либертанго в исполнении музыкального квартета «Бонд». Очень интересные и харизматичные ребята. Давайте насладимся их ритмическим танцем. Арина Ушакова, Максим Некрасов. Немножко они не дотягивают пока. Возможно, будут пересмотрены какие-то элементы. Два балла добавят уже после пересмотра. Все бывает. Все бывает. Бывает, возникает какой-то спор у технической бригады. И во время пересмотра они могут в пользу спортсменов добавить какие-то. А есть из-за чего спорить в этом случае? Вы знаете, вот я сейчас смотрел программу как за одним целым, и мне очень нравилось то, что я не обращал внимания на технические элементы, я смотрел, наслаждался образом, скоростью, вот этой подачей. Очень интересная была поддержка в конце. Я отметил для себя, очень легко была исполнена твизу на минимальном расстоянии, очень на высокой скорости, без остановок. То есть они отдали себя этому танцу. Ну, разве что вот какая-то критика, это мне немножечко хотелось более жесткой позиции, немножко ходила у них, особенно во время серии танго. Но это из разряда критики, которая, в общем-то, всегда есть над чем работать всем спортсменам. Вот какие близкие твизы. Может быть, чуть-чуть она остановилась вот здесь, на самом последнем твизле, когда она еще так это эффектно голову запрокинула на повороте. Вот поддержка на хорошей скорости, очень легко, с хорошим выкатом.
Еще мне понравилось, что они ускорились во второй половине своего танца, что очень так хорошо. Это всегда рискованная программа, да, с ускорением по музыке? Конечно, да. Всем привет! Это надо еще держать себя под контролем до самого конца. Нельзя расслабляться ни на секунду, ни на миллисекунды. Пока играет музыка, пока ты катаешь свой танец. Хорошие ребята, и, в общем-то, уже достаточно сильная сборная у нас формируется. Даже пульс щупает. Щупает себе пульс. И очень тяжело дышит, ребята. 70,87. Второе место. Преодолевают они отметку в 70 баллов. И занимает вторую строчку вслед за Софьей Шевченко, Игорем Еременко. Пока у нас все как в финале гран-при.